Подожди, а что сам Тесла передавал? Вот вы так говорите, методы передачи. Электрическую энергию. Ну, какие-то сигналы, что сообщение дорогая, я пришел домой. Тесла передавал с помощью своей катушки, во-первых, информацию, это радиосвязь, и, собственно, электричество. Пытался передавать беспроводным путем электричество на большее расстояние. Да. За счет чего и, как говорится в мифе, произошла трагедия Тунгусского метеорита. Это был один из его экспериментов на пункте передачи. У нас касается такого вот малоизвестного направления работ Теслы, как получение электроэнергии из атмосферного электрического поля. Что-нибудь про эту идею вообще известно? Потому что тема в мейнстриме мало очень освещена. Но я знаю, что он над этим работал. Есть такой факт, и это не миф, но в этой области мне мало что известно. Короче, известно, что американские самолеты работают на этом принципе, о котором вы сказали. Это какие? Ну, из ионосферы они берут какую-то энергию свою и так просто летают без топлива. Это какие самолеты? Я не точно. Вы называете музыкальной катушкой? Катушкой. Да. За счет чего происходит изменение высоты звука? Какой параметр меняется? Амплитуда. И это то заранее запрограммировано какие-то мелодии, да? Да, да, да. То есть мы берем файл MIDI, обрабатываем его в определенном приложении, которая потом отсылает его по Bluetooth на микроконтроллер, Bluetooth модуль, там обрабатывает это все микроконтроллер и уже отправляет на силовую часть. А Никола Тесла был в России? Да, в Советском Союзе. А почему вы не рассказали ничего об этом? Ну, в его биографии был такой факт, что он собирался после того, как ругался, я вам скажу, как он случился в году. И чем он занимался в России? Ну, насколько мне известно, он не поехал в Россию. У него были такие планы, после того, как он поругался с Эдисоном, да, в Париже, после того, как ему не заплатили деньги за его работу, он собирался переехать в Россию. Но друг Томаса Эдисона уговорил его и потом впоследствии писал о том, что Мне не жалко было потратить час на этого выдающего ученого. Возьми его на работу к себе, потому что я знаю только двух в мире гениальных людей. Это ты и вот Никола Тесла. Лаборатория из Подмосковья в Истре. Тесла называется. Имеет отношение к Тесле? Вы не в курсе под Истрой? Нет, просто в Иркуте. Там катушки похожи вот на ваши. Там находится генератор Маркса. Нет, не Тесла. Он руки работает. Только мыл или дезинфицировался своей штукой тоже? Так, разве это неизвестно, но так как данное устройство озонирует воздух, то в принципе в помещении он полностью... Нет, но он сам неизвестно? Нет, это факт. Он такой штуку изобрел для себя и всю жизнь... Таких фактов... Стержень, из которого молнии бьют, он в процессе постепенно испаряется? Нет. Нет? То есть... Каким образом не поменяется, или он... Параметры катушки, то есть частота, на которой он работает? Или... Может быть, форма, размеры? То есть, в принципе, звук такой резкий достаточно. Да, на звук, собственно, при воспроизведении мелодии это вообще не влияет никак. То есть, это влияет на варианты, частоту. Варианты более как бы мягкого тембра... Это влияет только на частоту, на которой работает сама катушка, собственно, на скин-эффект. Это понятно. Какой будет, собственно, это коэффициент проникновения. И все. То есть... Ну, этот звук, он, мне кажется, на человека действует так, что долго такой... Да, уши болят. Да. После... Может быть, это удобно для СИЕН, для каких-нибудь скорой помощи там. Да проще сделать обычную. Можно разбить по частотам на средние, высокие, низкие и воспроизводить на трех катушках, например. Интересно. А каких-нибудь нету больших музыкальных инструментов с такими катушками какими-нибудь? Есть. Я говорил о том, что катушки еще используются в музыкальном искусстве.
то есть как минимум 4 группы в медиа используют их для получения звука в конечном итоге. Тоже такой специфический инструмент, и тоже интересный звук, из-за этого, что вы знаете. Ну, на тепло реагирует. Ну, да, нет, на приближение руки, то есть чем ближе, тем тепло, выше звук, а чем дальше, тепло, совсем да, тон, конечно. Если ветер пустит на терминок, знаете, какой вот такой идет. И мне интересно, нет ли каких-нибудь таких синтезов, чтобы катушка была с терминвоксом и еще какими-нибудь инструментами? Да, то есть первоначально, когда я начал ее собирать, идея была именно сделать комбо-усилитель для электрогитар. То есть это был выход. Это неожиданный. То есть в итоге закончилось. Что зарядное устройство? Я, насколько понимаю, вы имеете в виду передачу электричества на расстоянии зарядного устройства, да? Но электрические волны, они очень вредны для здоровья человека. Что, вот, как до сих пор этого нет, я насколько знаю. Окружает нас везде, это Нет, магнитные электрические волны, они очень вредны. Вот в СВЧ-печках их используют, они очень вредны. То их нельзя. Вот что вы имели в виду, когда говорили про зарядное устройство? Зарядное устройство используется также, то есть оно... Взаимная индукция, так сказать. Не взаимная индукция, то есть индукционный способ передачи. То есть одна подушка... Передача благодаря магнитному полю. То есть одна катушка его создает, вторая его принимает. Так, получаем. То есть телефон должен быть дополнительно оборудован, может быть замедленное или ускоренное, чтобы можно было рассмотреть, как вот эти молнии себя ведут. Скорее всего, кто-нибудь проводил. Нужны специальные материалы. И радуются сидеть. Если есть навыки в электронике, программировании, то, конечно. Насколько все это безопасно? Вот в шарике вообще что у вас происходит? В шарике, собственно, происходит возбуждение находящегося внутри газа. А что первичное, что здесь вторичное? Что работает вначале? То есть шарик начинает работать? Или наоборот? Катушка, вот эта катушка, а шарик... Катушка начинает работать. Так, и вот, допустим, до тормоза, сколько у вас там? Ампер, вольт? На выходе? Да. Около 900 киловольт. Что вы чувствуете, когда ловите волны? Когда вы дотрагиваетесь? Никто не хочет. Хочу. Подождите тогда. Нет. Подождите за мной. На ней не стоит. Я буду трясти или что? Спасибо.
Голова прошла, я не знаю почему. Голова болела безумно в течение 6 часов. Голова. Как потребляет это устройство?